Жизнь длиною в век. Столетний юбилей отметила ветеран труда Вера Воронкова. Поздравления люберчанка принимала от родных и близких. В числе гостей и глава округа Владимир Ружицкий. Во, отлично! Фотографией с подрастающими праправнуками и взрослыми правнуками может похвастаться далеко не каждый. Вера Матвеевна Воронкова свой столетний юбилей встречает в кругу своих родных. На вопрос, в чем секрет долголетия, отвечает, не задумываясь. Надо много трудиться, надо хорошее сейчас питание. А у нас сейчас все вот с химией. А мы раньше не жили так. У нас химии не было. У нас все натуральное. Вера Матвеевна родилась в Астраханской губернии. Детство и юность провела в Новоузенске Саратовской области. В 1956 году, после множества переездов по стране и миру, вместе с мужем-фронтовиком они обосновались в Люберцах. Я отработала в детском саду номер 16, 34 года. Первый детский сад, который открыли, не было детских садов у завода. Было очень трудно людям. И открыли детский сад и сделали его ночным. У нас ночевали дети, а родители работали ночью. Свой второй век жизни Вера Матвеевна встретила со своей семьей. В ответ на пожелание крепкого здоровья долгожительница пообещала позвать всех собравшихся на свой следующий день рождения. Александр Колганов, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ.